Ок, let's go, аниме. Всем привет. Привет. Чё там со звуком? Я не забыла опять включить. Так, сейчас сделаю тут поближе. Ей, здорово. Нормально по звуку? Вроде бы музыка не должна орать. Я сделаю ее потише, если ее вообще слышно. Привет, привет, да, всем привет. Привет. Офигеть, красота. Ну, не знаю. Мне, я, короче, чем дольше делаю работу, тем больше она мне не нравится. Так лучше не делать. Да, это только зебра. Да, это пока только зебра. Сейчас посмотрим, как из зебры вытянуть что-нибудь. Так, вроде бы народ уже собрался. Собрались? Ладно, еще минуточку подождем. Привет, все хорошо. Хорошо. Ну хорошо, что хорошо. Я забыла поставить музыку на повтор. Все. Ну, теперь точно все. О, господи. Доставка печенек. О, спасибо. Спасибо, печеньки. Александр. Александр. Да, вы можете быть такими же молодцами, как Александр. Пройти по ссылочке в описании, чего-нибудь там отправить. А мы пока начнем. Сегодня мы будем смотреть, как из ZBrush'а отрендерить свой скульпт без всяких вот этих вот UV, ретопологий, головников и прочей ерунды. Просто раз-два отрендерил, красивенько выложил, чтобы и не париться сильно, и не терять творческий настрой, так сказать, который у нас все время пропадает, когда мы делаем ретопологию и UV. Я уже выкладывала видео, как это сделать в Максе. Такой же способ, по-моему, есть и для Майки. Сегодня мы рассмотрим, как это делается в Мармосете. Но вообще, по идее, это можно делать в любой программе, так как, кажется, все редакторы сейчас поддерживают Vertex Paint. То есть не нужно, не обязательно делать какие-то текстуры сумасшедшие. Достаточно просто, чтобы был какой-то приемлемый Vertex Paint. И хайполька поддерживалась, что ли. Некоторые, может быть, такие пакеты, как Майка, не вывозят сильно много полигонов. Но Marmoset от этого не страдает особо, поэтому будем использовать его. Так в этом-то и суть, так просто неинтересно. Ну, не знаю, мне не хочется. Здравствуй, Марко, здравствуй. Для чего нужно... Чего? ID-карта? Я не знаю, что это такое. А Майка, по-моему, не понимает такого. По-моему, все понимает такое, потому что даже Unreal понимает. И, скорее всего, все пакеты Blender понимает. В Blender такое тоже делала. Короче, мне кажется, все понимают. Просто нужно его хорошенечко поискать. Так, вот скульптить мы уже не будем. Вот такой у нас есть скульпт сейчас, на данный момент. Это все Vertex Paint, здесь сумасшедшая сетка. Вот такая вот, кое-где даже еще не прогнанная через ремешер. Ну, мы особо по этому поводу не паримся. У нас всего 7 миллионов полигонов, то есть точек. В принципе, это для Marmoset не так уж и страшно. Поэтому будем использовать прям вот без Decimate, без всякого. Но если у вас слабенький компьютер, то вам нужно ваш скульпт прогнать через Decimate сначала, перед тем, как рендерить. Как это сделать? Вот у нас тут есть Decimate Master. Прежде чем прогонять скульпт через Decimate, нужно... Здесь вот эту кнопочку нажать, чтобы у нас сохранился полипейнт в том виде, в каком он есть. Иначе он потеряется, станет хуже и пойдут глюканы. Вот. Нажимаем ее, нажимаем Pre-Process All. Тогда у нас все сабтулы будут
пересчитаны, и после этого Decimate. Ну, скорее всего, все эти это знают, Decimate All, то есть. Мы на этом останавливаться не будем, потому что я это не использую. Зачем? А Decimate иногда еще глючит, а он делает это чаще всего, не очень хочу этим заниматься. Да-да, Димас, мэп нужно для быстрого маскирования. А, про это что? Ничего, ID-карта. Ну да, для быстрого маскирования. Так, про Decimate поговорили. Про всякие, например, у меня есть вот одежка. Если на одежке у вас висит какой-нибудь Dynamics ID с толщиной с какой-нибудь, то лучше его сделать apply, иначе при экспорте у вас все послетает и будет здесь лоуполька некрасиво. Поэтому здесь нужно предварительно нажать apply, чтобы все это дело здесь запеклось в сабдивы. Вот. Итак, как нам эту модельку заэкспортить в Marmoset? Чтобы ее заэкспортить в Marmoset, ее можно предварительно сначала объединить. Сделать это через кнопочку Merge Visible. Полностью все сабтулы объединятся. Но перед этим нам нужно посмотреть, что у нас там по группам, по полигруппам. Ой, тут вообще бардак. Если мы сделаем Merge Visible, у нас все эти полигруппы, которые там на сабтулах, они сохранятся. И они будут считаться в Marmoset все как обычные отдельные материалы. Нам вот отдельные материалы на локон не очень нужны. Нам нужно, чтобы все волосы были одной полигруппой. Но, в принципе, экспортнуть мы можем и так. Можно экспортить в формате FBX или OBJ. Тут разницы особо нету для Marmoset. Но для других программ, по-моему, разница есть. И Blender OBJ не понимает. Он понимает только FBX, по-моему. И то же самое касается Unreal. Насчет 3D Max я не помню. Но лучше, короче, FBX. Я экспортну OBJ. Назову как-нибудь... Как-нибудь так. Муж пусть готовит почаще вкусняшки. Ладно, Артём, давай пока. Муж, готовь вкусняшки там. Что такое Decimate? Я только The Remesher знаю. Ну, вот эта тема, этот плагин. Так, пока у меня тут экспортится. Очень долго это будет делаться. Что я хотел сказать? Decimate обычно используют для моделей под печать и всякое такое, чтобы моделька не теряла особо своей детализации, но была меньше по полигону. Итак, мы заэкспортили вот это вот все. И теперь нам нужно открыть Marmoset и сделать импорт. Прямо OBJ. В зебре есть пипетка? Есть? Есть пипетка. На букву С, по-моему, английская она там. Обжи Blender лучше кушает, но не 7 миллионов полигонов. Ну, вообще, мне кажется, ему не очень-то все равно. Не очень-то ему как бы это важно. По-моему, даже что-то десятку ему ложили, и ничего страшного. Но только в FBX. Вот так вот у нас все это дело заэкспортилось. Что я сказала про разные материалы? Все одного материала. Но просто теперь это все разные объекты. Но нам так не очень подходит, потому что, ну что это, блин, тут половина того, половина того. Если сейчас на это все применять какой-нибудь материал, тут на лицо, например, надо отдельный материал, на волосы отдельный. Я замучаюсь каждый локон тут, короче, переприменять. Такой способ, в принципе, подходит, но не в данном случае. Здесь нужно будет полигруппу менять. Теперь способ для ленивых, с которым вообще лень даже полигруппы назначать. Есть способ, который сам назначит вам полигруппы в зависимости от сабтула.
Это вам нужно будет зайти в FBX Export. Это 3D-код, есть 17 миллионов. Ну, не знаю. Что-то у меня не очень. И здесь в этом просто нажимаем экспорт. Тут все по умолчанию, в принципе, подходит. И экспортим все это дело в какой-нибудь... Сейчас. Он очень долго будет его читать. Экспортить я пока открою. Потому что я уже эту модельку экспортила. О, для ленивых я вовремя пришел. Ой, что у меня тут аж зависло все. Красота. Белый экран. Да может быть лучше. Ну давай, не висни. Я понимаю, что тяжело, но что поделать. Вот она пришла к нам, вся разделенная по объектам, так как мы заэкспортили через плагин вот этот вот. Теперь удобнее все это дело назначать. Но если вы хотели, например, чтобы у вас в Саптуле волосы побились там на локоны, тогда первый способ вам больше подходит. Ну или сделать эти локоны на отдельный Саптул и заэкспортить еще раз. Считается ли дурным тоном закидывать десимеченную модель на SketchUp или только ретоп? Ну, смотря для каких целей я закидывала. Может быть, считается. Вот такая вот модель, как нам пришла. Что еще? Блин, до сих пор экспортится, что ли? Что еще можно сказать по поводу экспорта? Да больше ничего. В общем-то, ничего больше нельзя сказать. Экспортите все в FBX или OBG, как вам удобно. Два этих способа, в принципе, и нормально. Есть еще третий способ для особо хардкорных. Экспортить по одному саптулу. Но, наверное, это слишком. Так лучше не делать. Теперь у нас все эти объекты разные, и на них можно применять разные материальчики, и они уже даже тут созданы. Но они нам все не подходят. Мы сейчас сначала сделаем один общий материал. Например, ой, нет, не дефолт. Возьмем вот этот. Применим его полностью на всю папку. Здесь очень удобно это сделано, что можно прямо на папку перетаскивать, и не надо каждому этому объекту это все дело применять. Так, лишний, наверное, можно грохнуть материал. Ой, блин, случайно грохнула не тот материал. Лучше белого экрана может быть только синий, особенно если сохранялся 2 часа назад. Ну да, поэтому надо почаще сохранять. Так, он тут уже заэкспортилось, но я уже там, короче, все это импортнула. Итак, что теперь давайте настраивать. А Polypaint не сохранился? Сохранился. Его просто не видно пока что. А почему я использую третий Marmoset, кто-то там спрашивал. Потому что что-то с четвертым мне как-то не очень нравится работать. Как-то мне там этот ретрейсинг не прижился. И не знаю, короче... Почему-то мне третий больше нравится и по рендеру, и по скорости работы, и то, как он загружается, и по вьюпорту. Короче, не знаю. Как нам теперь включить Polypaint, который у нас был в ZBrush, и здесь его не видно? Надо просто в материале, который вот мы назначили на всю эту группу, перейти во вкладочку Albedo и здесь поставить Vertex Color. Вот он, наш Polypaint. Здесь нужно обязательно проверить, чтобы цвет был белый, иначе он будет смешиваться с Vertex Color, например, красным будет такой вот оттенок. Белый не будет нам портить цвет, и, короче, надо проверять это дело постоянно. Вот он, Polypaint, и что с ним теперь делать? Ну, во-первых, я всегда ставлю источник какой-нибудь обычно такой. Как-нибудь вот так.
Да, кстати, я забыла сказать, что это была за картинка. Сейчас я вам ее открою. Это я опять делала на Draw This In Your Style. Вот по этому хэштегу можно посмотреть. Вот. Я хотела что-то типа такого рендера, а-ля нарисованный, что-то там, вот, чтобы такие были цвета красивенькие. Блин, забыла вот этот круг сделать. Ну ладно, потом сделаю. Как нам этого добиться? Сейчас будем пробовать. Сначала ставим источники. А, вот эти вот острые тени, которые я постоянно говорю, боже мой, острые тени, вот они появились, смотрите. Как от них избавиться? Берем в источники, выкручиваем вот эту вот... как это называется по-английски? Виц. Англичане вышли из чата. Наверное, как-то вот так. Потом я беру этот же источник, копирую его еще раз, например, как-нибудь так. И ставлю, может быть, да, как-нибудь. Лучше не делать источник прям снизу, главный, потому что будут дурацкие тени и будет дурацкий объем. Ну, что-то такое. Чтобы источники были как в жизни, надо им всегда назначать какой-нибудь маломальский цвет. Например, синенький или розовенький, желтенький. А, вообще, кроме конкурсов, куда такие модельки без ретопа и прочего применимы? Для иллюстрации. Очень часто используются 3D-шниками такие всякие рендеры для иллюстраций, для продажи всяких картиночек. Да и просто для того, чтобы показать свою модельку красивенько. Какая-то дурацкая тень под носом тут вылезла. Мне она не нравится. Так, как-то так настроили. Но заметьте, у меня какой-то ужасный пов. Лицо вытягивается и выглядит как у рыбки. Это можно пофиксить в камере. Заходим в камеру. Вот здесь всегда по умолчанию стоит 45. Я, кажется, лагаю, да? Мне лагает камера? Или мне кажется? Здесь всегда стоит 45, надо поставить 33 или 30. Да, запись будет. Музыка из Final Fantasy. Не 15, а какой-то другой. Вот, 33 или 30, это где-то, когда вы делаете портретик. Нет, не лагает? Ну, ладно. Портретные все рендеры всегда нужно делать с каким-то повом близким к этому. Если сделаете больше, будет вот чего. И эта проблема все время у тех, кто рендерит в движках. Они просто не выставляют в камере пов. И выглядит все это очень не очень. Очень не очень. Итак, мы настроили какие-то вот два источничка. Настроили примерно пов. И что же делать дальше-то? А как копировать цвет горячими кнопками? Копировать через кнопочки, вот. Вот тут вот есть кнопочка, дубликейт. Так, ничего не лагает, хорошо. Тут можно сделать ортографическую камеру. Ортогональную, если ты видишь, ортографическую. По-моему, да, можно прям в ноль. Да, но у него будут лаги, он будет неправильно делать блики, и, короче, лучше так не делать. У него будут какие-то дыры в машинах появляться. Я как-то так делала, это все плохо закончилось. Ну, выглядит как-то так, но нам не нравится, потому что, ну, что это такое? Тут какие-то тени непонятные, все какое-то серое. Давайте полезем, понастраиваем материал. Чтобы красивенько смотрелось и так вот прозрачненько, как на картинке. Вот как тут. Можно попробовать на материал накинуть SSS. Я чаще всего делаю везде SSS, потому что он прикольно смотрится, и он убирает вот эту пластиковость. Видите, тут сейчас все такое какое-то пластиковое. Поэтому заходим во вкладку Lambertian, не знаю, Lambertian. Включаем Subsurface Scatter и крутим здесь чуть-чуть. Как-то так.
Так, погнали теперь по всяким отражениям и всему прочему там. Так, что здесь включим? Лучше спекуляр или... Вот этот Фреснель, который тут постоянно включен, лучше убирать, потому что он делает некрасивые блики на краях, и если его оставить, будет некрасивым. Так же, как вот этот Пулс, он тоже делает какие-то вот эти вот на краях белые... Ну, короче, это не очень красиво, не знаю, мне не очень нравится. Вот этот вот рассеянный глосс, он придает такого объема. Но чтобы сделать еще дополнительный блик второй, который будет добавлять, собственно, блик, можно здесь включить еще Second Reflection, вот этот вот. Reflection. Не знаю, на какой-нибудь. Чтобы был и объем, и блик. Объем будет за счет первого вот этого спекуляра и глосса, а блик будет за счет второго. Чего-то типа того. Он здесь тоже настраивается, можно его сделать поблескучее, можно поменьше так, типа того. Ой, за камеру настройки не видно. Так, все, погодите, я себя уберу. О, я переехала. Тут он еще и ниже не крутится. Ну, в общем, вот эта настройка Second Reflection. Если здесь вот эти вот крутилки подкрутить, получится вот такой вот симпатичный второй блик. Здесь опять же этот дурацкий Фреснель, его тоже давайте убирать. Не знаю, почему он меня так бесит. Бесячий. Наверное, так же, как и острые тени. Ну, что-то вот такое. На лице выглядит приятненько, на волосах мне не нравится, потому что волосы слишком шумные. Хочется их сделать не такими шумными. Что нам сделать с волосами? Я всегда делаю для волос и для каких-то цветочков, там, прочего, отдельный материал. Просто вот уже когда мы настроили этот материал, ну, более-менее, дублируем его вот здесь этой кнопочкой. Забежал, лайк прожал. Красава. Сдублировали его и применяем на волосы. Теперь здесь выкручиваем на максимум вот это вот дело все. Чтобы оно и сосесило прям как не в себя. Побольше тут вот эти штуки, чтобы светилось все красиво. И можно убрать еще блики, чтобы она не смотрелась такой карамельной. А на волосы еще часто я использую анизотропные блики. Но здесь это будет не видно, потому что здесь не волосы, а просто такое весело. Анизотропные блики лучше использовать на каких-то более-менее прямых волосах и все такое. Всем привет, мое почтение, спасибо за тему стрима, пожалуйста. Анизотропные блики можно рассмотреть где-то тут, наверное. А нет, тут тоже нет анизотропных бликов, ладно. Попробуем их так включить. Где-нибудь вот тут. Они сразу же преображают так материал. И если этот материал повесить на одежду с анизотропией, будет выглядеть прикольно. Так что давайте его тоже скопируем. Повесим вот на одежду. Сделаем а-ля такой что-то шелк, не шелк. Как-нибудь так. Здесь, наверное, можно поубавить. Хотя. Пусть будет. Хотя пусть будет. На ленточки тоже подвешу. Вот это вот Anisotropy Direction. Здесь, если на материал посмотреть, он меняет. Хотя, блин, не очень-то видно, да? Сейчас. Вот, он меняет угол, под которым этот блик падает. Видно, я надеюсь.
Тут можно настроить всякие прикольненькие такие материалы. У меня где-то даже есть интересные референсы на эту тему. Но я сейчас не покажу. Чуть побольше, чуть поменьше. Еще интересная тема у спекуляра здесь, что на него можно ставить свет. Например, какой-то такой. Или ближе к розовому. Это такое. Ну, SSS я, наверное, перекрутила. Боже мой, стройку слышали? Кто-то решил попилить что-то, боже мой. Ладно, короче, пусть так будет. Можно этот же материал посмотреть, как будет на волосах, кстати. Ох, вместо текстурирования залипаю в стрим, правильно? Так и надо. Да, он и не такое вытягивает. Ну, в общем, в лике что-то такое. Можно попробовать на волосы этот же материал настроить. Но блик тут как-то не в тему. Какой материал лучше оставить? Главное, когда вы вот этим всем занимаетесь, не забывайте называть материалы, потому что потом, если что слетит, концов не найдете. Я все время забываю называть материалы, и потом сижу, матерюсь и думаю, где у меня какой материал, потому что не видно же, тут же картиночек-то нету, все на вертэкспейнте. Так, здесь, наверное, нужно сделать поменьше блика или побольше, меньше, побольше. Или можно спекуляр сделать какого-нибудь оранжевого. Ой, ладно. Ой, я забыла, у меня же еще волос тут есть. А этот материал никуда. Этот будет на цветах. Как узнать, какой материал к чему относится? Или... Какой материал сейчас висит, вот, например, на вот этой башке? Нужно просто два раза тыкнуть на голову. Ой. Это не всегда срабатывает. Будьте терпеливы. В четвертой мармосете вообще, по-моему, это срабатывает через раз. В принципе, здесь тоже не так. Особенно это плохо работает, когда у вас хайполька. Потому что прогружается долго и не обрабатывается второй клик. Вот, он показывает на голове сейчас вот этот материал. И наоборот, как узнать, что на этом материале. Два раза тыкаем, он подсвечивает. В четвертом мармосете мне не понравилось, как сделали вот эту тему подсвечивания материалов. Там просто контур такой высвечивается, еле-еле заметный. Ты сидишь там, высматриваешь, что там этот материал вообще. А тут все понятно. Вот, цветы. Это голова, листья. Так, может... На листья тоже этот материал кинуть. Хотя. Цветы и так хорошо смотрелись. А слегка прозрачную блузку, эту синюю, можно сделать. Лучше слегка прозрачную тут не делать, потому что это все делается будет через рефракт, а рефракт тут такой. Я могу показать, конечно. Вот есть рефракт. Он делает что-то вот такое. Но оно не прозрачное, а такое фейковое преломление дает какое-то. Типа тут можно тоже на строчке покрутить. Симпатичненько, конечно, может быть. Но с настройками тут так не разгуляешься. Пока я только хотела спросить, почему он на четвертом армсете не сидишь. Ну что-то не срослось у нас с ним. Может быть, его поапгрейдят еще. В общем, рефракшн, ну, как-то вот так работает. Вот он просвечивается здесь что-то. Но я его не так часто использую, и его очень сложно контролировать без карт. Поэтому я его не использую чаще всего. Какие-то тут галочки можно потыкать. Здесь еще есть всякие вот эти вот режимы, но они тоже работают только с текстурами, и они не дают полупрозрачность. Есть только вот этот вот как он, дизер. Вот, он дает такую вот полупрозрачность, но ее будет видно только на рендере. Поэтому нет.
его использовать не будем, пускай будет так. А ты всегда сама материал настраиваешь, готовым не пользуешься? Нет, не пользуюсь. Есть смена на ортогональный вид в настройках камеры. Это ты утверждаешь или спрашиваешь? Оля, где лучше красить, в зебре, а потом в марму кидать или в сабстанс? Ну, если в сабстансе красишь, то тут уже надо текстуры. У нас тут сегодня бестекстурный стрим. В общем, материальчики мы покрутили, что-то настроили, но картинка нас все еще не радует. Возможно, нам не хватает еще одного источника какого-нибудь такого, который будет направленным. Здесь есть разные источники направленные, вот эти вот, которые рассеиваются. Есть point, который просто как точечка. Чаще всего я использую вот эти, как они называются, spot, которые рассеивают свет. Direct я очень редко использую, потому что у него странные тени. Не острые, но странные. Его можно для главной тени использовать. Вот, например, как так поставить его. А, еще он дает хороший блик. Так как в мармосете сильно блик не контролируется за счет источников, то есть нельзя прям так тонко, как в каком-нибудь Unreal, настроить контролируемость, например, от одного источника такой рефлект, от другого такой, там, и все такое. А может есть что-то типа opacity и refraction, наверное, больше для стекла. Ну вот, насчет opacity я вот показала то, что, но он только на картах. На картах. Оля, ты не пользуешься Metal Roughness в PBR? Металл не очень люблю, потому что он темнит. Он затемняет модельку, и надо под него подстраиваться. Я не очень люблю это делать. Так, опять убираем острые тени. Нам они не нужны. Получается вот такой вот рендер, и нам все еще чего-то не хватает. Что нам не хватает? Нам не хватает тоненьких настроечек по вкладке рендер. Здесь тоже можно всякое подкрутить, поднастроить, и чаще всего я там что-то подкручиваю прям до неузнаваемости. Например, можно скопировать вот камеру, чтобы потом сравнить, как было, как стало. Ой, не в рендере, я сказала в рендере. В рендере и в камере есть настройки. Опробовала рендер в Keyshot. Пробовала, не понравилось. Что-то не получилось у меня. Хорошее что-то настроить в нем. Так, возьмем сначала настройки рендера. Что здесь можно подкрутить? Ну, во-первых, тут можно всякие настройки выкрутить на максимум. Тут стоит height. Тут можно поставить прям, отопить как много. Можно включить global illumination. Но чаще всего он не дает прям какого-то профита. Он делает красившие тени. Я не лагаю, вы мне говорите, если я залагаю. Потому что Global Illumination чаще всего дает лаги на видеокарту. Я лагаю? Ладно, я не лагаю. Предположим, что я не лагаю. Есть еще Ambient Occlusion, который выпилили из четвертого мармосета. Когда я спросила у них, а что, а будет вообще этот Ambient Occlusion-то? Они говорят, ну тут же есть Ray Tracing. Вот, типа, живи с этим. И, ну ладно, спасибо. Короче, это тоже одна из причин, почему у меня не срослось с четвертым мармосетом. Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем включать, короче, Global Illumination, и я здесь. Лучше все остальное настроить, потому что он капец дает какие-то лаги на видеокарту. Все начинает тормозить. И если вы смотрите какое-то видео, оно начнет вот так вот дергаться. Так, ну больше здесь я ничего не настраиваю обычно. Ну вот окклюзия, вот смотрите, как выглядит прикольно. К сожалению, цвет окклюзии здесь не настраивается. Здесь можно настроить размер и интенсивность. Больше ничего я здесь, наверное, не буду трогать. Антиалязинги всякие тоже, они просто выкручивают. Чаще всего я рендерю на стандартном. Пробовала Cyclics? Нет, не пробовала. Не пробовала. В собственности без жертв можно текстурить? Нет. Все хорошо, не лагаешь.
А цвет окклюзии потом с ГИ меняется. Его не сильно-то тут видно, честно говоря. Он как приятный бонус такой. Теперь погнали в настройки камеры. Здесь больше всяких клапанов. Здесь можно прям разгуляться. Блин, перетащить бы это как-то. А то я как-то боком смотрю. О, блендер дели, скилл на пределе. Пойдем с самого верха. Что тут можно с самого верха? Это мы уже настроили. Есть такая тема, как фокус. Depth of field. Да. Когда его включаешь, вся картинка размывается. И чтобы сфокусироваться на лице, например, или на чем-то другом, нужно на колесико мышки тыкнуть, направляя на эту точку, например, на носик. Вот я направляю, видите, фокусировка пошла на нос, все остальное в блюр ушло. Здесь можно настроить всякие, насколько сильно размывается, например, там ближний, дальний. То есть, если что-то еще вот здесь бы на ближнем плане стояло, оно бы тоже размывалось. И вот эти вот штуки позволят этого не делать. Это можно подкрутить, но это нас не особо волнует. Кривовато работает? Да нет, вроде ничего. Тут можно режимы повыбирать, которые, в принципе, для чего вообще нужны. Флэйр — это свечение, нам это не нужно. А хроматические вот эти аберрации можно поставить, они всегда делают нарядно. Вот, видите, они такие вот добавляют краюшки цветные. Всегда делают красиво. Чуть-чуть поставим. Пошли дальше. А здесь есть несколько режимов. А можно воздушную перспективу добавить. Можно попробовать ее добавить через фок. Чуть попозже посмотрим. Здесь есть несколько режимов. Ленер, вот этот вот Рейнхардт. Чаще всего для таких рендеров я использую второй режим, потому что он делает очень мультяшную картинку. Где кнопка «Сделать красиво»? Да ее нету, блин. Он как будто бы, как знаете, есть фильтры в инстаграмах, там во всяких. Делает такое однородное лицо. Красиво, короче, красиво. Поставим его. Потом спускаемся вниз, здесь обязательно нужно крутануть saturation. Потому что картинка всегда какая-то несочная приходит. Спасибо, Господи, что открыл мне Олю на просторах интернета. Да, спасибо, Господи. Вот, кстати, появился вот этот эффект нарисованности, который я пытаюсь добиться, когда рукавчики сливаются друг с дружечкой таким вот светом. Еще бы добавить контур, как мы любим, знаете. Но это же другая история. И контур, наверное, я сегодня уже не буду добавлять. Тут все кнопки сделать красиво, но по чуть-чуть. Ну да, примерно так. Вот как выглядят рукавчики, мне уже нравится. У лица пропал блик, кстати. Я включила вот этот вот режим, и у него пропал блик. Сказала вам, делайте имена разные, и сама ни черта не сделала. Чуть-чуть бы его выкрутить. А, на этот я еще забыла другой материал положить. Ну ладно, попозже. А, сильнее блик. Типа того. Ладно, погнали дальше настраивать. В общем, выбрали мы эту настройку. Давайте посмотрим все остальные, что они делают. Они затемняют картинку, разные режимы там делают. Это сделано для того, чтобы можно было модельку смотреть с учетом там разных движков, но нас это не особо интересует. Ну, реснички забыла покрасить. Так, для ресничек я, наверное, возьму вот этот дефокус. Блин, промазала. Сейчас придется вручную. Когда нет имен, видите, как плохо все. Вот они. Здесь можно, наверное, просто даже цветом просто закрасить вот так.
ресницы, они бликуют просто, и надо это дело убрать, чтобы они были прям пепельно-черные такие. Во. Заметили, что когда я отодвигаю картинку, у меня меняется фокус. Вот я дальше отодвигаю, и такая, блин, почему фокус меняется? Я же сказала, фокусируйся на носу. Это дело нужно поправить, жмакнуть там галочку «Стики фокус». Тогда, когда я буду отдаляться, он всегда будет фокусироваться именно на эту точку. Вот сюда. Оп. Вот. Так, так, saturation мы, короче, добавили. Можно подкрутить всякие контрасты тут. Ну, не всегда это. Ну, sharpen я все время подкручиваю побольше четкости, чтобы было четко. Не хватает этого в движках очень сильно. Все очень мыленько в движках. Можно сделать поглощающий свет, поставив очень мощный контурный свет, и будет как ангел выглядеть. Эти кнопки, так, я прочитала. Так, вот оно что. А я потом сатурацию в фотошопе правлю. Ну, можно и в фотошопе. Тут я бы не сказала, что она великолепно реализована, но я все время ее выкручиваю. А знаете, что в Blender обводочку можно на один клик делать? Да, мы знаем. Кейшот без вариантов. Ну, я пока не видела прям таких суперских рендеров кейшота, которые прям мне бы понравились, чтобы я сказала, блин, пора разобраться с кейшотом. Так, здесь мы все это дело подкрутили. Опять же, всякие свечения тут ненужные. Можно сделать вингит. И Грей добавляет вот такой вот шум. Можно его чуть-чуть сделать, он такой прибавит реализм немножечко картинки. Все, теперь погнали по всяким сложным настройкам, которые обычно никто не делает. Но я почему-то люблю лазить во всякие такие вкладочки. Например, вот эта вкладка Curves меня очень сильно привлекает. Здесь есть классные всякие сохраненные настройки. Какие-то такие. В общем-то, то же самое, что в фотошопе, просто тут уже все повыкручено. Ой, слишком светло. Ой, как розово. Очень розово. Или можно настроить вручную. Нормально я так драйл здесь не оставил, промазал с дедлайном прямо на месяц. Да. Жестко. Обычно в фотошопе я делаю как-то так. Но здесь хочется выкрутить еще отдельно один канал какой-нибудь. Так, а их же можно инвертировать тут? Перестаралась. Типа того. Врубаю уже четвертую Marmus RTX. Нет. Оля, на стриме можно сделать просто скульпт и офигенно его срендерить, чтобы у всех слюни текли, и я потратила 30 часов на ретопологию. текстуринг. Вот в этом-то и проблема, что у меня чаще всего бывает такое разочарование, что я столько времени трачу на ретоп и всю вот эту вот ерунду, а потом в итоге получается, что текстурки-то не очень, и какой-то обычный полипейнт смотрится лучше. Так, что еще? Кривые мы подкрутили. Давайте сравним, как было. Вот как выглядит без всяких там моих вот этих настроек. Вот так выглядит с настройками камеры.
RTX Marmi крутая фича. Ладно. Арт вкусный, ждем на ArtStation за лайкой. Спасибо, но вряд ли он скоро появится, я его еще не дорендерила. Ну, что-то, в общем, такое. Теперь, что-то мне не нравится, как падают источники. Я хочу их все повернуть или один повернуть источник. Но как это сделать, не вращая их вручную? Обычно я использую вот эту вот штуку Turntable. Это такая крутилка, которая создана для того, чтобы делать презентацию. Я ее использую по всяким неправильным целям. Выделяю все источники и загоняю их в Turntable. Вот они вот здесь появились. И теперь, когда я буду здесь вот эту штуку крутить, таймлайн, у меня будут крутиться все источники. Я могу подобрать какой-нибудь другой угол, например, как-то по-другому настроить, как-то вот так, может быть. Это просто из-за лени, потому что мне лень их все по отдельности крутить. Я же их уже более-менее настроила друг относительно друга. Вот. Ну и, короче, я часто так делаю. Или модельку кручу саму. Но чаще всего источники. Потому что... Это для ленивых. Можно посмотреть, кстати, как это смотрится без... Небо особо у меня обычно в рендере не имеет какого-то значения. Имеет значение только если у меня есть какие-то блики. Например, у меня открытые глаза у персонажа, как вот тут. И нужны какие-то блики, прям чтобы они были видны на глазах. Тогда небо имеет значение, если его здесь выключить, блики будут не такими нарядными. Вот видите? Я надеюсь, что видно. Вот, смотрите. Где ты, боже мой? Вот, видите? А так, в принципе, небо не особо прям, чтобы я использую очень сильно часто. Как вот эти источники, кстати, я не рассказала. Вот вы их повернули, у вас здесь какой-то, например, вот такой вот. 13, мне не нравится, 12. Вот так они стоят, и вы такие, о, это великолепно, вот так хочу оставить. Просто берете их, потом отсюда вытаскиваете, вот так, оп. И все. И они больше не крутятся и остаются на этом месте, и не надо больше ничего делать. Вот, давайте я это сохраню, а то я сейчас потеряю весь прогресс, как всегда. Я так обожаю это делать. О, нет, сохраняй, не умирай только. Блин, двигатель прогрессии. Итак, мы подходим к финишной прямой. Что-то такое примерно мы настроили. Можно еще попробовать сделать фейковую... А, ладно, пускай в этой камере... Фейковый второй источник, который будет высветлять тени. Ой, поднимись. Хоть я и говорила, не делайте никогда источник, который светит снизу. Сейчас вот сижу и делаю, смотрите. Побольше угол ему поставлю вот так. И какой-нибудь синий. По-моему, так делают с Direct Light, то есть с направленным светом. Но Spotlight, в принципе, для этого тоже подойдет. Давайте посмотрим, как справится Direct Light. Ну, тоже ничего. Ну, только бликов от него больше. От этого как-то поменьше бликов. Чуть-чуть подвинем его вот так. Да ёпрасоте. Как же тут неудобно крутить. Более синюшный такой. Вот. Привет. Красавица, работа супер, ты тоже, я побежал. Давай, давай. Скульптить надо, все правильно. Ну, и в общем-то, вот что получилось. Когда вы все это поделали, и у вас тут миллион всяких источников, чаще всего их бывает очень много. Попробуйте
потыкать, повключать, повыключать. Например, вот этот источник, что-то, мне кажется, он тут лишний. Или, может быть, его стоит подбавить вот так как-то. Потому что глаз замыливается, чем дольше вы настраиваете, тем быстрее вам надоедает ваша вот эта вот картинка, и вы уже не видите, как хорошо, как плохо. Можно выключить, например, все источники, включить их по одному, и, короче, так будет вам понятнее, что да как. Еще попробуем, давайте фок настроить. Вот он, фок. Он очень странный. Он работает на основе источников освещения. И вообще выглядит как-то... Как-то не так, как Silent Hill. Ничего себе, какая красота. О, Дим, привет. Не так, как Silent Hill, он просто выглядит как туманчик такой. Но он прикольно работает с вот этим вот... с фовом, то есть когда у вас есть какой-то фов на камере, выглядит это симпатично. Можно настроить у него какой-то свет, такой, какой-нибудь такой, розовый, а больше розового. Ну и влияние от источников поставить поменьше или от этого побольше. Тут есть разные у него режимы, но они не особо отличаются. Все примерно в одинаковой степени. Не то чтобы прям... И фов... Ой, фов, господи, фок этот обычно видно только, когда вы уже будете делать картинку финальную. Вот так вот во вьюпорте сложно понять, нормально он смотрится или ну так себе. Можно, конечно, и оставить. Чисто так для... Чтобы было. Вот. Что еще я хотела рассказать? Так, про источники мы поговорили, Ну, если вы захотите изменить, вдруг вам захочется сменить небо, это можно сделать здесь. Здесь есть много разных вариантов. Так, я забыла, какой у меня был вариант. Вот это тоже симпатично выглядит. Можно попробовать оставить интенсивность неба, можно подубавить тут. И здесь же можно делать дополнительные источники на основании, на основе вот этого вот неба. Просто тыкая в карту. Вот здесь ставится источник. И интенсивность от него. Но чаще всего я это не использую, не знаю, может быть, кто-то использует, но это не я. Так, какая у нас стояла для этого? Какая-то такая, по-моему, да? Ну да. Чтобы покрутить карту, можно здесь просто вот так подвигать rotation и посмотреть, когда там упадет прикольный блик на краешек лица, например, остановить. Вот здесь вот этот вот блик. Так, это что? А, это синий. Угу. Илья Тёмин любит так свет настраивать. Хорошо. Я правда не знаю, кто это. Давайте теперь попробуем настроить, чтобы это у нас рендерилось правильно. Зайдем в Capture. Settings. Тут по умолчанию стоит 1920 на 1080 размер картинки. Можно поставить примерный где-то квадрат или портретную такую какую-то картинку. Что-то такое. Да, стрим, конечно, останется. Так, эти все настройки для картинки, эти настройки для видео. Она для видео пока не очень интересует, интересует для картинок.
Можно сделать прозрачку, чтобы вот это вот все, что на заднем фоне было не видно, то есть фиолетовый вот этот наш. Подубавить сэмплинг, но он тут не особо нужен. Mip Correction нужен только, по-моему, когда вы используете текстуры. Это такое упрощение текстур на дальних расстояниях. Короче, нам это не очень нужно. Поставили размеры и упаковывать. Теперь заходим в камеру, вот эту нашу. И здесь ставим Save Frame, чтобы видеть, насколько у нас обрезается картинка. Ну, наверное, как раз то, что надо. Примерно так. Наверное, так. А формат, которым сохраняет, сильно влияет. Ну, смотря на что. Если вам просто нужна красивая картинка, я не думаю, что PNG или JPG прям сильно будет разница большая. Если только кто-то будет под лупой рассматривать. Ну, не знаю. Я в PNG обычно делаю это все дело. Потому что я потом все равно загоняю в Photoshop и немного еще корректирую там эти уровни всякие. Ну, не знаю, привычки. Давайте попробуем теперь сделать эту картинку. Вот все, что мы настроили. Нажимаем Image. А нет, пока не нажимаем. Сначала нужен нам путь сохранения. Путь сохранения вот здесь выставляется. Меня здесь уже выставили. Image and Open. Нажимаем. Получается вот такая вот картинка. И она сохраняется туда, в ту папку. Примерно такого вот размера. Смотрим, что бы нам здесь еще поправить. Не нравится мне, как выглядит острые тут какие-то грани у цветов. Надо на них какой-то SSS понакидать. А так, в принципе, все сахарно-карамельно, очень симпатично. Ой. Так, что ты еще хотела сказать? Что-то про рендер, что ли? Забыла. С разных ракурсов можно нащелкать, просто поворачивая. Или делая дополнительные камеры, чтобы не потерять главный вид. Очень грустно, когда вы делали примерно самый классный ракурс, какой может быть, а потом потеряли его, потому что повернули камеру. Лучше вот эту главную камеру сделать замочек, ее там скопировать как-то. И уже на дополнительной камере эти все дела настраивать. Не помню, можно ли в MarmTiff выводить, но любые рендеры лучше в этом формате делать. Это дает больше возможностей для обработки Photoshop. Сейчас посмотрим, может быть, тут и можно. Формат. PSD, TTGA, XR даже есть. Ну, TIFF нету. Вот! Картинку на фон. Хорошо, что вспомнила. Я думаю, что-то я забыла. Чтобы поменять фон. Вот у нас все вроде бы нам нравится, но хочется сделать что-то с фоном. Заходим в камеру. Вот эту нашу, которую я сделала уже замочком. Ой, нет, набрала не в камеру. Заходим в этот объект. Но сначала нажимаем на камеру. А потом здесь добавляем backdrop, вот эту вот штуку. И сюда можно закинуть картинку. Картинка может быть какая хотите. Вообще любой фон. Если не хотите заморачиваться с картинкой, фон можно настроить в sky, вот здесь. Здесь тоже, видите, он же так же называется, backdrop. Ставите здесь color просто и какой-нибудь цвет, там синий, красный, зеленый. Но это будет просто цвет, это будет не картинка, с ним особо здесь не разгуляешься. А если вы добавите backdrop, то у вас будет больше возможностей. Так, какой там голубой какой-то цвет.
Или зеленый мне получается. Так, и я здесь забыла добавить круг. Ух, потом добавлю. Это блендер? Что это, блендер? Да, конечно. И хочется, конечно, еще светлее высветлить все это дело. И может, не надо. Можно еще фейково подсвечать всякие. Я знаю, есть 3D-шники, которые любят фейково делать всякие такие. Вот сюда, например, ставят Омни, вот этот вот, который точка. И просто подсвечивают именно этот участок, чтобы он смотрелся по объёмнее. Но это, видите, влияет на фок. Чем больше источников, тем опять, да, там настраивать фок, это вообще геморрой. Лучше не будем так делать. Так, я хотела еще накинуть что-нибудь. Ой, опять понасоздавала материалов, ничего не понятно, что к чему относится. Что-то у них какие-то края все равно драные. Еще прикольно все это дело тем, что вы, например, здесь настраиваете, смотрите, блин, у цветов края драные. Переходите в ZBrush обратно. Здесь в ваших саптулах смотрите, где тут эти цветы. Вот они. Правите здесь цветы, опять нажимаете экспорт, заменяете там свой файл, и сюда все подгружается уже. Ну, не сразу, конечно, потому что это хайпонька. Но здесь все заменяется. Иногда слетают материалы, если вы там что-то напортачите с саптулами, что-то измените в них. Но чаще всего все прям ложится как надо. Поэтому этот способ прям очень такой мобильный, что ли. Прям здесь заменяешь, тут подменяешь, тут освещаешь, потом бам, готово. В общем, вот. Если хотите, чтобы было красивенько по-быстренькому, можно использовать этот способ. Я, скорее всего, сейчас что-то здесь еще добавлю, типа круга. И перед тем, как добавлю, надо обязательно обозвать все эти материалы. Хотя бы, чтобы было понятно, что это. Blue. Блин. Еще я забыла сделать материал корсета. Его можно, наверное, делать. Что такое? Не таким блескучим. Да ёлы-палы, я промахиваюсь по кнопочкам. Прикольно, здесь в Marmosete реализован вот этот вот, как он называется, господи, боже мой, анизотропик. На вещах всегда смотрится симпатичненько очень. Какой там цвет? Какой-то красный. Вот, что-то такое. Может, кто знает, анимацию из майки в Marmosete закинуть можно? Можно. Ой, колдунство, спасибо. Только там надо что-то с форматами маяться. Я закидывала блинды. И если у тебя на костях, то еще проще. Все просто закидываешь в FBX, и вот и все. Любой дурак может управлять порядком. Гений управляет хаосом. Спасибо за ваши уроки, очень шикарно. Пожалуйста, какие уроки? В общем, вот так вот мы сделали вот такую картинку. И финальненько я ее потом еще доработаю в Photoshop. Может быть, еще что-то досвечу.
посмотрим. А ты к Unreal 5 готовишься, там вроде все без развертки и топологии будет. Я не, к нему не готовлюсь. К нему не надо готовиться. Он же уже вышел. Ну как вышел? Не полностью, но вышел же. А в одну и ту же сцену можно пару отдельно сохраненных персонажей импортнуть? Ну да. Вай-вай-вай, Оля занята колдовством, здравствуйте. Да, я думаю, тут уже заканчиваем. Можно еще, конечно, сделать задний фон. Ну, этот я, наверное... Так, сейчас. Где тут этот? Вот сюда. Сейчас попробую запустить Photoshop. Unreal, он же чего? Он же есть. Я его уже немножечко покрутила. Сейчас в конце покажу, как отличается рендер Unreal от Marmoset, кстати. Так, вот так, такой возьмем. Он там голубой и просто круг я кину, так, чтобы было видно. Голубой. И какой-то просто розовый круг. Светло-розовый. Вот это все дело растянется у меня, конечно же. Надо подбирать размер правильно под картинку. Сейчас я засейвлю. Так. И теперь просто сюда кидаем. Прям по SD-шку можно кидать. Ну, плохо видно, правда, но что-то видно. Вот. Вот такой вот фон. Здесь можно настраивать, чтобы был заливкой, чтобы он был такого же размера, как есть. Ну, не растягивался. Я поставила растягивается, потому что по умолчанию так. Вот. Но в итоге можно здесь все это дело добавлять, редактировать, и будет красивенько. Так. Что, если тело на костях, а на лице блендшейпы? Боже мой. Чат у нас сегодня молодец. И в итоге потом получается у нас вот такая вот картинка. Ой, на каком-то страшном языке там все. Вот такая картинка получилась. Теперь давайте сравним то, что... Во-первых, давайте сравним, что у нас там во viewport было в ZBrush. Вот. Мягкие тени, все как положено. Всякие прикольные блики. И нету вот этих вот жестких, страшных лесенок. Можно еще, конечно, подкрутить волосы и все такое. О, господи. И давайте посмотрим, как у меня получилось настроить. То же самое я настраивала еще в вышке. Вот тут ракурс немножко отличается. Вот так выглядит в Unreal, это Marmoset, и вот так вот выглядит в ZBrush. Хочет быть моим учеником? Как же мы с ним будем разговаривать? Вот, в принципе... Что тут, что тут.
Тут, конечно, быстрее. В Marmoset'е все делается быстрее. Но в Unreal'е там больше всяких возможностей. И да, и там тени можно подкрутить прям чуть ли не под лупой. Там все очень поднастроить. И Unreal, кто-то говорил, что наконец-то он будет работать без ретопологии, без UV. Он и так это делал. Можно это сделать и в четвертом Unreal. Все поддерживают Vertex Paint. Все зависит от вашего железа. Поэтому это не особо-то тормозит, наверное. Вышел, не вышел Unreal. Разницы нет. На последней фотке щечки похудели. Вот тут, что ли? Тут ракурс немножко, по-моему, другой. Урок по рендеру. Я не очень в нем что-то пока понимаю. Поэтому вряд ли. Vertex Paint это жестко. Ну там скорее проблема не в Vertex Paint, а в том, что он обычно лежит на хайпольке. А хайполька обычно очень тяжелая. Тут отличается просто ракурс. Нужно немножко поднять вот так. Так сделать. И это минимальные настройки. Что? Ага, потом требования для игры. Вот то, что Marmo не поддерживает UDIM до сих пор, это самое печальное, как по мне. Нет, есть и печальные вещи. Не думаю, что это самое прям печальное. Ну, короче, как-то так. На этом вроде бы все. Если я что-то забыла сказать, у вас есть шанс спросить. Наверное. Наверное, я перецветила эту версию. Видите, как движок выдает какие прикольные такие тени. Да, в движке тени намного круче выглядят. Marmoset такое не может выдать. Но зато Marmoset быстро настраивается. И в нем можно прям все крутить буквально по... как-то по долю минутки потратить на каждую настроечку и все. ГИ так и не включили. Ну, давайте еще с ГИ, кстати, посмотрим. Становится розовее. Этот источник вообще не нужен, получается. Ничего не дает. Вот, включили же. В Marmo пересвечено, надо допиливать в фотошопе. Ну, тут пересвечено, потому что стоит режим вот этот вот. Который я поставила-то. Где ты? Вот этот. Да, в фотошопе надо, конечно, подкручивать еще. И фок убрать. Какие у вас наушники? Sennheiser какие-то, по-моему. Sennheiser же. В общем, на этом сегодня все. Спасибо всем, кто пришел посмотреть. Ой. Unreal 4 рендер же классный получился. Да? Спасибо, Михаил. Но это не четвертый, это пятый. Вот. Ну, спасибо. Да, может быть, когда-нибудь соберемся и посмотрим Unreal, типа... Как я его смотрю. Ой, это что за вкладка? Ой, это что за вкладка? Ух, все сломалось.
С другой стороны, да, лучше пересветить, в смысле сделать более такие тени не черные, потому что из них потом можно что-то вытянуть, сделать их потемнее. Но если бы они были черные, я бы не смогла с ними ничего сделать. Вот. Да, спасибо всем, кто пришел, спасибо всем, кто кидался печеньем. Когда следующий стрим, не знаю. Участвуйте в Drowsy Senior Style, все подробности в группе. Можно там почитать, посмотреть. Следующий челлендж у нас будет скульпт-кадр. Телеграм-канал как? Что с ним? А что с ним? Телеграм-канал есть по ссылке в описании. Тоже проходите, переходите. Вступайте в группу, подписывайтесь. Ставьте там всякие уведомления, колокольчики, что там обычно ставят. Комментируйте. И всем пока!